с реализацией стратегии развития инфраструктуры и технологий Череповецкого железного дорожного узла стало увеличение объемов перевозок крупнейших грузоотправителей ПАО «Северсталь» и АО «Патит». По завершению всех этих этапов реконструкции, планируется в 2025 году, мы рассчитываем на то, что мы будем, безусловно, выполнять все предъявленные объемы перевозок как по поступлению сырья, так и по отправлению готовой продукции. В этом году, 1 сентября, у нас стоит поставлена задача окончить очередь вторую. Это еще 6 приемоотправочных путей, удлинение до 76 условных вагонов. На следующий год, в 2025, срок реализации третьего этапа, это еще 7 приемоотправочных путей будут удлинены до унифицированной длины поезда. Что нам это позволит? Это позволит увеличить массу и длину поезда, пребывающего в расформировании в адрес комбинатов, также по отправлению. Наши партнеры из «Северсталь» и «Апатит», они также не стоят на месте, они также реализовывают какие-то мероприятия по увеличению пропускной способности и внедрению каких-то инфраструктурных решений новых. То есть мы все работаем в комплексе.